Свой третий день рождения Каролина Никогасян с мамой будут встречать в больнице. Девочка из Кинеля сюда попала на прошлой неделе с пневмонией и осложнением на легких. У нас как бы более тяжелая форма, у нас жидкость в легких, как бы нам делали несколько операций. Введение в основном консервативное, серия плевральных пункций была выполнена. Сейчас состояние гораздо лучше. Скоро планируется курс физиотерапии, через неделю, скорее всего, пойдет домой. Детские хирурги больницы имени Середавина за год консультируют 11 тысяч детей, а пациентами отделения становится более 2500. Когда пойдем-то? А? Завтра? Точно пойдем? Отделение детской хирургии появилось здесь в 2010 году. Его перевели сюда из больницы Пирогова. Благодаря этому стали доступны узкие специалисты. Теперь все они сосредоточены в одном месте. Хирургическое вмешательство ведется с помощью современных методов с минимальными разрезами, а значит и небольшим сроком реабилитации. В структуре нашей больницы есть выездная реанимация. Мы ее называем санавиация. Поступает, соответственно, сигнал к нам в диспетчерскую, и наши специалисты, если это необходимо реаниматолог, если необходимо только один хирург, на травмы, на хирургические операции, на какие-то возможные осложнения и так далее, выезжает в районы. Отлаженная работа отделения, современное оборудование – все это помогает выздоровлению детей. Статистика говорит сама за себя. Случаи летального исхода по педиатрическому корпусу в больнице сократились в два раза. Валерия Макарова, Алексей Золотенков. События.